«День знаний» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Владислав Герасимов, 7 лет. Здравствуйте, меня зовут Влад. В этом году я пойду в школу в первый класс. В школе меня ждут интересные уроки и новые друзья. Я научусь читать и писать. Я хочу изучать математику, физику, химию, географию и заниматься физкультурой. Я мечтаю стать космонавтом. Поздравляю всех с Днем знаний. День знаний на стране FM.